Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Horizon Forbidden West. Так, продолжить. Давай поспрашиваем. Спасибо за приют. Благодари Варла, он принес тебя сюда. Вряд ли кто-то еще принял бы нас и помог бы устроить Луи поудобнее. Нам повезло с тобой. Могу сказать то же самое. Похоже, вы много времени провели вместе. Очень жаль, что нас познакомили твои раны. Надеюсь, тебе стало получше. Ты сказала, поля и поселения племени пострадали? Да. Когда-то наши духи земли собирали с полей богатые урожаи, но теперь все покрыто порчей. Среди Тенакт идет война, их мятежники рыщут по нашим землям. А машины стали более опасными. Нападают. Вынуждают бросать отдаленные деревни. Теперь они появляются из священной пещеры. Многие в племени считают, что это конец. Хотела бы я сказать, что в других краях лучше. Но надежды мы не теряем. Романтик между ними. Вы зовете Рэй подобные машины духами? Духами земли, да. Они вскормили много поколений Утару, возделывая поля песни долины. Еда для всех. Чудо вечного урожая. Ферма. Роботизированная. Не просто ферма. Благословенная земля, что давала пищу всему племени. До помешательства. Что случилось с духами земли после помешательства? Они слабели год за годом. Раньше они были мирными, а теперь угрожают нам при встрече, даже нападают. Они всегда удобряли почву, но за последние годы они превратили ее в сплошной перегной. Поля источают зловоние. И порча распространяется все шире по землям. Раньше у нас была еда для всех, а теперь ее едва хватает нашим детям. Это перенасыщение почвы. Споры с этим связаны? Я не знаю. И это не все проблемы. Духи земли перестали раз в год посещать священную пещеру. Без обряда обновления они рассыпаются, как Ре. Они умирают, а с ними и племя. Значит, пещера священна, потому что Ре, Фа и другие машины ходят туда. Да. До помешательства духи земли оставляли работу и совершали паломничество в пещеру. Всегда в одном порядке. Сперва До, потом Ре, потом Ми и так далее. Они уходили испачканными в земле, а спустя два дня возвращались блестящими, без единой царапины. И ни одного пятнышка не было на их боках. Все племя праздновало их возвращение. 8 святых праздников каждый год. Но помешательство нарушило цикл? Да. Так мы подумали. Духи земли перестали совершать обряд и стали терять силы и рассудок. 3 недели назад Фа ушла в пещеру. Все племя запело радостную песнь, возвещающую возрождение цикла. Но Фа не вернулась. Пришли лишь машины-убийцы. Машины создаются внутри, как в котлах? Похоже на то. Но эти уходили и возвращались. Такого я еще не видела. А фасоль оси где? Ты назвала себя отпевницей. Что это значит? Всему живому когда-то приходит конец. Мой долг — облегчить кончину. Я пытаюсь утешить,
Пою о том, что смерть несет новую жизнь. Но я никогда не думала, что придется петь духом земли. Не знаю, слышала ли меня Рэ. Но ты помогла ей намного лучше, чем я. Это не твоя вина, Зо. Без особого зрения ты мало что могла сделать для нее. Мне нужно попасть в пещеру. Что? Туда никому нельзя. Пора сделать исключение. Это дом духов земли. Слушай, там есть кое-что еще. То, что может исправить многие беды этого мира. Бури, помешательство машин. Может, и поломку духов земли. Но что способно на такое? Душа? Да. Вроде того. Я могу вернуться в песню долины, собрать хор, рассказать, как ты помогла Ре, и попросить у них разрешения. Ладно, соберу вещи. Ей нужен отдых. Мне это можешь не говорить. Я в порядке. Собрать хор быстро не получится. Поправляйся. Время есть. Ладно. Отдых. Хорошо. Ты не нужен ей для восстановления сил. Пойдем со мной в песню долины. Твой голос поддержит мой в спорах с хором. Ей это будет на руку. Я бы рад, но... Она может сбежать. Правда? Ну что ж. До встречи. Зо, стой. Я не то, что не хотел с тобой идти. Просто... сказать. Да. Тогда буду ждать продолжения беседы. Ага. Я тоже. Ты должна была отдыхать. Варл, зря ты не пошел. Я справлюсь и одна. Хочешь избавиться от меня и... Варл. Я сама. Я приду в песню долины, как смогу. Ты в этом уверена? Да. Иди. Иди уже. Ладно. Зо! Стой! Гибнущие земли. О, они интересны, реально. Доберитесь до песни долины. Так, что ты там можешь? Первая охотница карты. А, типа просто помахала и все. Я думал, с ней можно поговорить будет. Ну ладно. Ресурсы продаем. Так, все.
продать. А что у тебя есть купить? Ресурсы, инструменты, комплект быстрого перемещения. У меня 13 штук. Давай, наверное, штучки 2. Так, 2. Все, хватит. Ольжики друг друга понимают. Конечно. Конечно, понимают. Так, можем что-то улучшить? Или не можем? Не, ничего не можем. Ну и ладно. Как же верс этот, блин, создать комплект, блин, быстрого перемещения? Это, блин, бесконечный. Нифига тут такого нету. 5 на животных, 1 хер надо охотиться. Чтобы дальше подсумки улучшать. Ладно. Так, что там? Рэ. Безобидно. Видимо, так и заложено программу. Что за Рэ-то? Еще одна чужеземка ходит тут, как у тебя дома. Ярина. Луторок. Луторок, значит. Чё орёшь, мать? Чего тебе надо? Я чем-то не угодила? Ты не из наших краёв. И уже вторая чужачка за сегодня. Чем быстрее вы уйдёте, тем лучше нашей земле. Гнилому зерну тут не место. А я думала, помощь вашему духу земли поможет добиться вашего расположения. Рэ все равно умрет, как и все мы. Еще чужаки тут шастают и отбирают все, что у нас осталось. Взять хоть ту охотницу Карха. Ходила тут разодетая, как птаха. А за ней бегала девчонка Утару, как рабыня. Звала девчонку Дроздом. Слово-то какое. Небось, Карха так ругаются. Стоп, охотница Карха? С Дроздом из Утару? Я себе, что ли, рассказываю? Да! Видела их сегодня, бежали на юго-запад. Небось, там и померли. Там нельзя клюнику собирать. Машин много слишком. Бедная девчонка Утару, несчастная. Да прорастут ее семена. Знаешь, кажется, ты помогла мне найти старую подругу. Спасибо. Оставь спасибо себе. Я обойдусь. С Дроздом, блин, говоришь, да? Так, сейчас. А, это наш сундук. Если а что у нас сундуки, кстати, говорят? А, там всякие эти травы, которые не влезли мне. Да. Так, хорошо, есть еще что-нибудь? Кто-нибудь хочет поговорить? Кто не хочет вроде. Давай посмотрим, что по заданиям. Так, побочные. Горящие цветы. Охотницу пошли. Пойдем сходим. Так, где выход-то? Я заблудился здесь у вас, ё-моё. Камень не надо. Надо найти Варла и зов песни долины. Попросить у Хора разрешения на вход в пещеру. Успеем найти. Минерва должна быть там. Если найду ее, смогу перезапустить гейм. А потом попробуем выяснить, кто напал на меня на полигоне. Но сперва схожу на юго-запад и найду свою подругу. Интересно, чем она занята? А может, и так поброжу. Это ж тот лагерь, куда я зайти-то не мог. Все думал, как туда попасть-то. А вот как туда попасть. Чисто по сюжету. Да ясно. В принципе, я так и думал. Но не думал, что так скоро туда попаду. Подсумок забит, но в сумке место есть. Так, что у вас тут? Сколько там этих попрыгушек вонючих?
Барана надо шибануть. Мне нужны его какие-нибудь кости. Где он там? А блин, ты чё сразу стреляешь-то опять? Не, с лисы ничего не упало. Кроме мяса. Жаль, жаль. Чтобы применить доступную технику, чего? А, владение оружием? А вот с барана что-то упало. Кость снежного барана. Хорошо. Так, ладно, куда мне? Мне куда-то туда. Блять, еще один баран. Вы задолбали? Мне идти пора. Вы тут меня с панталыги сбиваете. Заставляете охотиться. Машину могу вызвать? Могу. Давай. Поехали, друг мой винторог. О, костер, подожди. Притормози. Притормози. Дай сохранимся. Так, кто там был где-то? Еноту нужно. Верещал, блядь, убежал в кусты, наверное. Хрен с ним. А говорит, там машин полно. Придется разбираться, как обычно. Эй, ты чё так? Притормози, малёха. Разогнался. То едет еле-еле, то... Походу, это он там. С ним, я, кажется, знаком. С ними дерется, блин. Надо выжидать момент. Ну что, поохотимся? Поохотимся? Давай поохотимся. Подожди. Ох ты, блядь, зачем я спрыгнул? Спокойно, спокойно, блядь. Не так. Не так быстро, блядь. Тише ты, блядь. Элой, блин, спрыгни ты нафиг. Видишь, тебя там долбят. Иди сюда, блин. Выглядится какая-то. А ты кто вообще? На ловушку давай. Опа, готово. Добивай! На ловушку их надо заманивать. Давай, 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 давай. Элой, атакуй как сможешь. Хорошо, сюда идите. Хорошо как. Не-не-не-не-не. Да ё-моё, бля, вас что так много-то? Капец какой-то. Где вы там? Ага, ты меня палишь, да? Лады. Давай, там еще ловушки будут. Сюда. Птички. Сюда, сюда.
скотина, бля, хитрая. Так, конечно, бля. Да ё-моё, блин, нифига меня оглушило. Где она? Магический удар же надо было использовать. Ты тоже. Давай сюда! Сейчас, подожди. Подожди, да, я полутаюсь. Там еще кто-то есть? Вроде нет никого. Так, мне бы древесника, наверное, уже надо тоже пособирать. Чуть-чуть. Уберу в запас. А не, еще хватает. Вот прыск. Отпрыск. Водопрыск, блин. Отпрыск. Так, что ты там хотела? Ястреб солнца Талана Ханпадиш. Элой назло, Нора. Ты убила углебрюха. Спасла Меридиан. Милый мой новый дрозд. Вступила в дом охотников после битвы за шпиль. Она слышала историю о нашей с тобой охоте. Ты отдохни, но собери лечебные растения для ран. И что привело тебя сюда? Машины на востоке наскучили? Вроде того. Я кое-кого ищу. Охотника Карха, примерно моих лет. Зовут Амадис. Он ушел в эти края один уже давно. И пропал. Человек, которого ты ищешь, он тоже охотник из дома? Ха, твои слова задели бы его. Это долгая история. Он из благородных. Встретились в диких землях, когда меня ранили на охоте. Он выходил меня. Помог расправиться с машинами, грозившими деревне рядом. А потом мы... разделились. Похоже, это не вся история. А, в другой раз. Чё-то я ее не припомню. Значит, Милу новый дрозд? Ястребы теперь могут брать больше одного? Многое изменилось в доме охотников. Теперь принимают всех, кто хочет обучиться искусству охоты, невзирая на племя. Но все равно, мой любимый дрозд ты. Стряхнула старую пыль. Как и обещала, став ястребом солнца. Что до Милу? Она считает, охота поможет ее племени. Кто я, чтобы спорить? В нашу последнюю встречу ты ушла из Меридиана охотиться на смертоносную машину. Да, нашла нескольких загонщиков и убийцу охотников. Ты чувствовала себя неприкаянной. Скучно быть ястребом солнца? Я сбежала из города. Надоело сидеть там и терпеть все эти чиновничьи формальности и ограничения. Но природа помогла мне понять, что дом охотников должен стать не просто залом для трофеев. Охотники должны быть защитниками покоя простых граждан, как мой отец и брат. Звучит серьезно. Бывают ли столь широкие взгляды у других охотников? Бывают. А недовольных вышвырну за дверь. И займусь этим, как только найду Амадиса. Я помогу тебе найти друга. Я понимаю, что тебя привели сюда своей заботой. Но буду рада твоей помощи. Чем он тут занимался? Он потерял близкого человека в красных набегах и пошел к месту сражения, чтобы попрощаться. Мы с Милу направлялись туда. Поле битвы рядом. Я могу пойти с вами. Нет. Ступай в каменное эхо, лечись, жди меня и усвой сегодняшний урок. Но... боль будет мешать тебе. Ступай. Всем охотникам иногда нужен отдых. Слушаюсь. Это честь для меня. Она справится одна? Конечно. Она мой дрозд. Идем. Поле битвы вон там. Идем, идем. Дрозд, блин. Почему дрозд? Почему не скворец? Так ты говоришь, это поле боя времен красных набегов? Битва горящих цветов. Амадис состоял в армии Карха, которая шла на запад. Его отряд напал на Тенакт, но они недооценили силу врага.
Это была бойня. Никогда бы не подумала, что ты дружишь с участником красных набегов. Нет, он не был одним из тех злодеев. Он пытался остановить атаку, но не успел. Дикие бобы. С тех пор он в бегах. Потребляя пищу, получают все различные улучшения. Думаешь, с ним здесь что-то случилось? Да давай еще бобов насобираем. Мы его найдем. Он обещал прислать мне весточку отсюда. Я ждала, но ее все не было. Че далеко идти-то? Я что-то ее не помню вот эту. Вообще прям не помню. У меня и так с памятью херово. Последнее время стало. А что-то реально я ее не помню. Вот это поле. Надеюсь, на вкус тоже приятное. Здесь Тенакт перебили Карха. Похоже, время и погода смыли следы битвы. Но отпечатков ног тут хватает. Похоже, недавних. Давай еще бобов насобираем. А, просто надо смотреть. Глубокие следы. Похоже, озерам. Не разберешь, был ли здесь Аматис. Надо осмотреться. Может, визор подскажет. Аматис должен был идти один. Откуда здесь озерам? А я ж почем знаю. Неглубокие следы. Не озерам, возможно, Карха. Попробую пройти по ним с визором. Пошли. Талана, похоже, я что-то нашла. Следы ведут в сторону от поля битвы. Веди меня. Запас лишним не будет. Запас никогда лишним не будет. Запас всегда должен быть. Запас всего, причем. Особенно денег. Не понимаю, зачем Амадису идти дальше на запад? Может, тут есть что-то еще? Выглядит заброшенным. Нифига себе, блин, смерч. Раньше такого не было. Охренеть, реально прям смерч какой-то. Мини-смерч. О, костер. Как раз к костру-то мы и идем. Опа. Еще один костерчик открыт. Бобы. Хотите бобы? Нет, бабы. Что он тут делает? Может, он видел Амадиса? Может. Давай спросим. Да, спросим. Вы, наверное, отстали от своих. Отбились от каравана. Мы потеряли повозки. В вашем инвентаре имеются боеприпасы, наносящие урон водой. Используйте визор, чтобы найти врагов. Атакуя таких врагов водяными боеприпасами, вызывайте у них состояние промокания. В этом состоянии они лишаются своих стихийных атак, а также становятся более уязвимы ко всем видам стихийного... Угу. Вы можете его вызвать. Понятно. Так, рассказывай. Или преступницы. Сам-то не преступница. Бойтесь. Я не из тех, что мстят Карха. Просто старый мусорщик, любящий поболтать. Я Лел. А вы, похоже, заблудились. Вообще-то мы кое-кого ищем. Охотника Карха. Он путешествует один, а одежда его порядком износилась. Да, он тут был. Разнюхивал про старое поле боя. Хотел узнать, что там случилось. По его счастью, старый Лел много знает. Армия Карха угодила прямо в засаду Тенакт. Многие пали, но некоторых Тенакт угнали на запад. Тот парень хотел узнать, куда. Сказал ему, что слышал о месте под названием Гниль. Что это? Тюрьма Тенакт. Или кладбище Карха. Ну, это как посмотреть. Где это место? Дальше на запад. В землях Тенакт. Но это его не напугало. Рядом с полем битвы стоял караван Азерам. Они как раз собирались туда. Он с ними. Они ушли на запад. Горам. Спасибо, Лел. Нам пора в путь. Хорошей охоты. Пойдем на запад, горам. Если найдем караван, найдем и Амадиса. Веди.
Мысли веди, блин. А, ну пошли, у меня метка есть. Мост. Прикольно. А давай на машине на моей поедем. Ты сядешь вместе со мной или нет? Можешь. Интересно. Да навряд ли она сядет. А я не могу. Она побежит со мной? Погнали. Ты говорила, что Амадис потерял в битве близкого друга. Думаешь, что Накт взяли его пленником и увели в гниль? Не вон, знаю, возможно. Похоже, там есть тоннель. Смотри-ка, как чешет, бля, как собака. Бронедух. Опа. Воспользуемся этим. Ястреб и дрозд, как в старые добрые. Хера себе бронезух. Уязвимость к кислоте и к огню. Только на моего барашка не нападай, ладно? Обойдем, а? Я не хочу с ним драться, блин. Что он жесткий такой. Просто пройдем и все. Или еще завалить его надо. Давай попробуем, хер с ним. Да ты! Блять, охренел, тебе чуть-чуть осталось. А, кислоту его. Вот так вот. Оглушил, гад. Да мне-то зачем боеприпас? Где он? Хер. Ай-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Он холодом шпуляет, гад. Я с такими уже драла. Сука, не дает выстрелить, тварь. И под землю прячется, гадина. Где ты? Ай-яй! Застрял! Где он? Что-то стрелы ему очень немного урона там наносит. Подожди. Задолбал ты, ёпты. Он не дает нормально. Постреляй. А! Чё? Где ты? На, тварь. На! 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 Че, не нравится скотина? Как она долго изготавливает это все? На! Возвращайся, я его отвлеку! Подожди, чуть-чуть осталось! Все, готов. Что-то я забываю про это, про эти копья. Идем. Туннель ждет нас. Подожди, дай облутать-то его. Нифига себе, такая махина, бля. Он спирали с него подобрал. Отлично. А вот теперь пошли. Прикольно, она за нами бежала, когда мы верхом ехали. Качешет, блин. Не отстает, голова. Быстро бегаешь. Реально, как собачонка за машиной.
Хорошие копья. Прям нормально, они дамажат. Че это такое? А, очередная запись. Неудача с дамбой. Дневник собирателя. О, с этой дамбой у меня связано немало добрых воспоминаний. Ставила зерам. А я не хочу читать слишком много. Копавшую плоть здесь тупик. Возможно, мы знакомы. Пишет, что отправился дальше. Интересно, куда? Обыщите тоннель. Давай обыскивать. Пока ничего не вижу. А вот теперь что-то вижу. Консоль доступа, дверь. Заграждение из камней. Да блин. Кратковременно можешь сделать? Чтобы открыть дверь, нужен какой-то код. Кажется, мне тут пока делать нечего. В смысле, блин? Как-то нечего. Здесь припасы Азерам. И тупик. Что делать тогда? Припасы Азерам и тупик. А, код надо ввести, блядь. Я не знаю, какой код. И что делать, блин? Все, типа, опять задание не выполнено. Я больше тут ничего не вижу. А вот. Талана, я кое-что труд нашла. В завалах. Что именно? Сейчас увидишь. Азерам. Что там написано? Он был в караване, который проходил тут. Текст обрывается. Наверное, тоннель начал осыпаться. А. Но тут ничего не сказано об охотнике Карха. И первый караван прошел до разрушения. Похоже, они отправились к источнику на той стороне. Значит, не все потеряно. А есть другой путь. Я не знаю. Горы довольно крутые. Надо найти путь. Спасибо, Элой, что дошла со мной сюда. Потратила много своего времени. Вот, возьми. Это поможет тебе на охоте. Подожди. Где мне тебя искать, если я найду путь через горы? Я встречусь с Милу в каменном эхо, как смогу. Если найдешь путь, расскажи ей. Ладно. Удачи. И тебе. А и все, что ли? Кажется, Талана очень беспокоится о друге. Хотела бы я ей помочь, но пока через эти горы никак не перебраться. Ну ладно, не перебраться так не перебраться, в поисках ответов. Отложено. Тень на западе, кстати говоря, здесь неподалеку у нас нарисовалась. Пойдем-ка их навестим. Раз уж мы пришли тут к ним недалеко. Кстати, надо... Блин, ой, встань. Надо сохранение одно вот такое сделать. Да, перезаписать. Отлично. Так, опа, лиса. Мне енот нужен. Так, синенькая, что они есть. Шкура лисы. Хорошо. Понял, блядь, 400 было. Где машина-то моя? А вон она где-то здесь. Тебе починить надо. Сколько ты осколков-то жрёшь? Там же 400 метров было. Стало 900. Как это понимать?
Имя за. Ну ладно, пойдем сходим, чего бы нет-то. Есть вопросик какой-то. А, нет необходимого инструмента. Это под водой там, я понял. О, пошли. Давай хотя бы попробуем доскакать до туда. А ты это, у тебя автопилот есть? Уже есть. Хорошо. Он сам скачет. О, тропинки. Ой, джойстик пропадает. Как привидение. Не-не-не, чуваки. Мне налево. Иногда надо на... Оп-оп-оп-оп, стоять. На развилках надо самому рулить. Погнали. Бля. Тут этих развилок до ядри не фейми. Он начинает теряться. Кто ты встал-то? И надо останавливаться. Так, куда 300 метров? Куда еще? Вот. Кто такие, блин? Давай, поскакали. Блин. Давай, говорю. Поехали, бля. Эти координаты Везра передал своим приспешникам в преграде. Похоже, затмение подчиняет себе машину. А, блин. Готовится. Чё? Ленится Утару. Сколько у вас тут, а? Много, нет? Плохо видно почему-то. Ты меня не засекешь, нет? А, этих я отметил. Только сюда идет, что ли? Не сюда. Давай-ка, блин, попробуем. Затмение. Нужно пробраться в руины и выяснить, что они задумали. Нужно. Один готов. Уже хорошо. Там люди. Люди. Это Утару. Их заставляют раскапывать эти руины? Угу. Заставляют. По-видимому. Большая здесь территория, я тебе скажу. А, это люди. То есть это Утару. Там что наверху? Старая бочка. Похоже, что машины были перехвачены. Нужно быть осторожным. Иди сюда, голубчик. Мне тебя надо кокнуть. Надо разобраться с оставшимися охранниками затмения. По-быренькому. Так с машинами тоже надо разобраться. О, нормально. Камень отдай мне, брат. Спасибо. Пойдем разбираться. Эта машина не боится плазмы. Чего не боится? Плазма? Какой плазма? Так, тихо, спокойно.
Лишь бы не спали. Ты, блядь, куда ты идешь-то, а? Козлячая рожа, блядь. Он меня в ловушку хочет завести, 100%. Опа. Я ж тебя вроде не помечал. Надо разобраться с оставшимися охранниками затмения. Да сейчас будем разбираться. Чё ты? Сейчас вот этот придет сюда. Ну, попробуем горло перерезать. Ну или как его делает. Он долго на одном месте, гад, не стоит. Это плохо. Надеюсь, не спали. Стоять. Опа. Я просто в спину его и все. Стой, гад. Так. Хорошо. А к тебе надо подкрадываться. Вон там, наверное, по траве, да? Надо разобраться с оставшимися охранниками затмения. Потому что если напрямки идти, ты меня спалишь. Там спрятаться негде. Бегает и бегает, скотина. Да, надо понизу, скорее всего, идти. Прятаться в траве. Так, где машина? А вон она там ходит. Ой, ладно, дорогие друзья. Давайте здесь прервемся. Будем лагерь этот потом защищать. Не могу долго сидеть, капец, бля, шея, все болит. Старый уже. Не старый, но к тому идет. На сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.